Нет, не Киллини это был. Леонардо Бонуччи. Да, прошу прощения, Киллини сегодня в том составе. И это, конечно, потеря на стандартах. На дальнюю штангу подача и гол! Первый гол чемпионата за автором Мартина Касереса. Уругвайский защитник, полузащитник, называйте как хотите, игрок бровки. В общем-то, пользуется подачей, крученой, верченой от Карлоса Тевеса. Вот вам и Тевес, вот вам и лидер Ювентуса. Есть, судя по всему, у Мартина особый повод гол этот отпраздновать. Пополнение в семействе очень может быть. И какова подача? И, между прочим, это автогол. Не суть важно, запишут ли на Касереса или...